лучше, чем на экране, то здесь. Я знаю, камера плюс 7 килограмм прибавляет. Какой таракан сел, и ты стал убирать губы, я не убрала их. Губы все те же, я не рискнула убрать их. Потому что вот так. Ты хоть не грызнули, как все там. Ну да, большинство девочек не следят за порядком на голове. Сколько весишь? Где-то 57. Витька, твой теперь сын дальцевый. Ну ничего страшного, молодец. Милашка, просто боба. Ты без тебя долга не долга. Спасибо большое. Не любишь краситься? Вообще терпеть не могу, если честно, краситься. Только на вечеринки, на какие-нибудь тусовки, либо куда-нибудь на фотосессию я позволяю себе накрасить свое лицо. Витя, твой сын дальше. Молодец он, что еще? Берут автографы. Автографы у меня, конечно же... Ну, со мной фоткаются. Я не скажу, что автографы прям берут. Шева лучшая, спасибо большое. Дочка тебя поймет потом. Поймет, конечно же. Саша, опусти губы. Так будет красивее. Не. Гена Овчаров, привет тебе. Че толку ревела из него? Ну, не понимаю сама, что ревела из него. Марго беременна, не знаешь? Не знаю я, с чего вы взяли. Работаешь? Нет, сейчас я не работаю. Ты хоть раз была в Омске? Нет, в Омске не была. Ты опять в сарае, мы с сараем живем. Лепехи сду, не хочу сдавать. Хотелось познакомиться с тобой, твоей дочуркой. Пиши в телек, пообщаемся. Я, в принципе, отвечаю всем и не против вообще встреч. Саша, ты красотка, спасибо большое. Сколько лет твоей дочке? Доченьки моей сейчас 3,7. 3,8 уже почти. А сколько лет ты сейчас в детстве? В 16 лет. Ты беременна? Нет, я не беременна, с чего вы взяли? Если я сдаю анализы, в смысле об этом? Нет, анализы сдаю и подготавливаюсь к чему. Привет, привет, живете вместе? Живем вместе. А в каком районе вы живете? Мы в центре живем, на Новослободской. Саша, ты была в Уссурийске? Не была в Уссурийске. Почему так унижалась перед Витей? Не знаю, это был порыв эмоций. Как похудела? Не знаю, просто улетела Сейшел. Там вода застаивается в организме, и, соответственно, ты... опухаешь, отекаешь. Ты очень красивая, спасибо большое. Почему не наращиваешь ресницы? Потому что не хочу свои реснички портить. Я за... Ну, это, конечно, смешно от меня звучит за естественность, но именно естественность ресниц. Привет из Черемушки, Пермского края. Привет, привет. Ростов была, в Ростове еще не была, но планирую. Приезжай в Орск, приеду обязательно. И я, мне кажется, тараторить начала очень быстро. А на какой операции готовишься? Я не скажу. Вы живете сараем? Почему тогда ты рыдала так по Вите? Не знаю, почему так рыдала. Так произошло. Как относишься к охранникам? К охранникам? Что за вопрос? Нормально отношусь. Это твой цвет волос? Нет, это не мой родной цвет волос. Но мне нравится. Волгограду привет. Хочешь Крым? Планирую в Крым. Барнаул, привет. Я хочу губы, как у тебя. Ну, смотри, если тебя будут осуждать так же, как и меня, если ты сделаешь губы такие. Да, потом узнаете про операцию. Любимое блюдо. Я очень люблю роллы. Очень. Ты классная, но к дочери пора. Я знаю. Спасибо большое. Губошлёп. Да, с охранником спала. Нет, не спала с охранниками. И не собираюсь. О, Ляпин, это ж ты, звезда Дома 2, фанат, точнее. Ляпин, помнишь такого, который приходит постоянно на шоу? Ты что, реально? Я за фанатами особо не слежу. Саш, почему у Волса не отвечаешь? Обещала в прямую. Ой, напиши, пожалуйста, мне еще раз, у меня очень много сообщений в личке. Саратов, привет. Кукушка, да. Я не буду сейчас материться и перечитывать то, что вы мне... пишите, потому что здесь детки рядом со мной сидят. Как называется напиток, который ты пьешь? Как я называю напиток, который я пью? Я забыла, если честно, как он называется. Апельсиновый сок. Апельсиновый сок с водой. У тебя такая дочь классная, спасибо большое. Татарску привет. Так. Из Чернушки привет. Когда перестанешь шляться?
Я не шляюсь, дорогие мои, я по делам хожу. Соня, у тебя тату на попе, да? Да, есть. Чем можно заниматься в Москве? Узнаете все в дальнейшем. Рассказывать сейчас не могу о своих планах. И клево, спасибо большое. Это пирсинг или розинка? Это пирсинг. Дочь, копия мамы. Спасибо, я знаю. Стараюсь не выкладывать фотографии с дочерью, потому что слишком много негатива. Мою доченьку зовут Арианна. Что на лбу? Не знаю, что у меня на лбу. Смотри за дочкой. За дочкой, а она за маму. Чего не за модой? А, хорошо, ты супер крутая, красивая. Спасибо большое. Это крутышка, спасибо большое. Пирсинг тебе не надо. А, кстати, мои хорошие, мои дорогие, может кто-то сейчас есть, гуляет где-нибудь по европейскому, я не знаю, можно увидеться. Пишите в директ. Отвечаю всем, кто тебя оскорбляет, ты их тоже любишь. Я отвечаю всем, просто не могу сейчас, дети рядом сидят, и поэтому материться, читать сообщения вслух я не буду. Губы классные. Они шарики, которые не рассосались? Да ради нет. Такие громотеи пишут. Сама в шоке, дорогие мои. Ладно, пупсики. Да, я вот хотела поставить. Сейчас сколько? Сейчас уже 43, у меня 20. А в этом нормально? Кого? В этом, да, я ее только зарядила. Ну, ты пока разговариваешь. Ладно, не буду прощаться тогда с вами. Она будет заряжать телефон свой через мой... через мою эту портативную зарядку, поэтому я сейчас с вами посижу. А здесь же тоже можно, по-моему, айпик купить. Ну, по идее, можно, но смотрите. Нет, сколько что мне осталось. Шева! Моя портативка. Подождайте, хорошо. По идее, можно. Чего? Покажи доченьку. Ну, как я вам покажу доченьку? Ее сейчас со мной рядышком нету. Привет, привет. Что думаешь про Ебарова? Что я думаю про Ебарова? Хайпажор. Никого не любит. И так уже дети, если кто без отца растет, и еще родит скоро Аленочка. Ребеночка, который будет расти без отца. Обидно, конечно, что человек ради проекта делает все. Ради шоу. Вот. Носишь кольца? Нет, не ношу, кстати, кольца. Шевченко, она вот вроде... Кто же? Ну, Шевченко, да. Как дочку зовут? Арианна. Нет. В последнее время с Витей я не общаюсь. Сколько твоей дочери лет? Моей доченьке 3 и 8. Где твоя вторая половинка? А Райчик? Райчик сейчас гуляет у меня. Райчик сейчас гуляет. Шева, ты спасибо, спасибо, Саша, ты хорошая, спасибо. Сколько ты сделал губки? Небольшие хочу. Смотря у кого будешь делать. Язык проколот? Нет. Я недавно вытащила серьгу из языка. Парни на проекте вообще же... Ну, не знаю, какие парни, Серега, на проекте. Я сейчас не на проекте. Включаешь по Вите? Нет. Вернешься на проект? Возможно. А рай тебе не нужен. Возможно. Сашка, ты лучше, спасибо. В Питер не собираешься? Собираюсь, но чуть позже. Я собираюсь в Питер, в Краснодар, в Ростов, кстати, да. Но это чуть позже. Где твоя дочь сейчас? Сейчас моя дочь с мамой и сестрой. Почему ты ушла? Потому что устала. Ладно, пупсики, я устала уже тараторить. Часы классные, спасибо большое. Я устала тараторить. Я попозже обязательно зайду. Целую вас всех.